На первой обновленной ступени вы говорили о кованом кольце. Подскажите, из серебра оно может быть или только из металла, исключительно из железа? Какие кольца на что одеваются? Если одеть на мизинец левой руки, то у человека проходят заболевания почек. Если одеть на оба пальца мизинца, то у человека исчезают денежные проблемы. Если одеть на безымянной правой руки кованое кольцо, у человека исчезают заболевания печени. Если на левую руку, на безымянный палец, исчезают заболевания селезенки. Если на средний палец левой и правой руки исчезают заболевания легких. Если одеть на указательный палец левой руки, у человека исчезают заболевания сердца. Если одеть на указательный палец правой руки, у человека улучшается иммунитет. Если на большой палец, у человека исчезают головные боли. Если связать два пальца между собой, на левой и на правой руке, лечатся глаза. В случае, если одеть медные, вернее, железные кованые браслеты на кисти, лечат позвоночник. Внука Кирилла.